тяжело было, очень тяжело. Может быть, мы вот старики живем так долго на своих ногах, что мы закаленные трудом. Ну, вот, конечно. Я хочу сказать. А вот награды у вас есть какие-нибудь? Да, награды никаких нет. Вот только от Путина я сама поздравляли две медали. Ну, все равно медаль у вас победы, есть, да? 50 и 60 лет победы, да? 65 лет. И 50 лет есть, и вот 60, не знаю, так какие. Смотри, сынок. Ну, а были у вас какие-нибудь сомнения, что... Были какие-нибудь сомнения, что Советский Союз проиграет войну? Ой... Конечно, немец в Москве подходил. Ну, у нас вот немцев не было, например, глухая деревня была. У нас такой большака дороги не было мимо нашей деревни. Мы не видали ни немцев, не видали ничего. Но хлеб увозили до зерна. У нас на семена ездили уже весной брали. Все. Налоги были сильные, все, платили, все. Ничего, девчонки молодые, Ну, а как вы воспринимаете то, что враг подошел, например, к столице нашей Родины? Конечно, очень даже все переживали и боялись. Боялись, что он захватит Москву. Все. Очень даже боялись. А то есть, вот я смотрю, у вас все военные, да, были? Брат военный был. Два брата старше и отец. Это вот отец. Это вот папа ваш, да? А это брат вон там, да? Это вот двоюродный брат. А, двоюродный брат. Да. А старший брат 17-го года, он умер уже, тоже офицер был. А младший брат с 20-го года живой сейчас в деревне живет. И сестра еще у меня с 22-го года. Жива и тоже в Мичуринске живет. Я самый младший. Вы самый младший, да? Угу. Ну, а можно, например, сфотографироваться сейчас с вами? Вы будете со мной сфотографироваться? Да, сфотографироваться.